Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 25 июня 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе, в Одесской области прошла абсолютно спокойно. За всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, в городе не звучало никаких взрывов, и за область тоже ничего не сообщали. По информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Погода в Одессе прекрасная, на улице порядком 30 градусов. 28-27, это так, навскидку. Вот солнышко светит, греет достаточно хорошо. Вот люди уже на пляже отдыхают. Кто-то в море купается, кто-то на шезлонгах загорает. Небо ясное. Вот погодка шикарная. Небо ясное, погодка прекрасная. Всем хорошего дня, мирного неба. Подписывайтесь на канал. До встречи. Пока.